Как связь? Питание село. Мыши громче пищат. На. Бред какой-то. Ну ладно. Разложи пробы на солнышке, пусть сохнут. В Москве полночь. Маяк напоминает о событиях минувшего дня. Может, не нам? Ошибка, а? Нам, начальник. Нам. Который из ручья, тебе положи. Отдельно. Слушай, а зачем нам ботаник? Между прочим, девица. Базовский радист отстучал по секрету. На это у вас батареи хватает. Где эта несчастная буровая, радист не знает. Оденься. А про ботаника знает. А? Дай согреться. Согреешься. Боря. Оп, оп, оп. Боря, не надо. Опа! Так-то, начальник. Какие распоряжения на день, начальник? Оригинальные распоряжения. Работать. Еще раз проверим все пробы. И те, что принесет борода. Опять эта птаха прилетела. Надо же доказать Князеву, что район пуст, и буровая здесь не нужна. А это? А борода? Его нет уже третий день. Может, отвяжешься? Боря, не ссорься с начальством. Вывезите из поселка направленного вам специалиста-ботаника. Точка Князев. Боря Князев. Ты шейх леса, мандарин кочек. Но над каждым великим начальником есть еще более великий начальник. Борода. А что борода? Представляешь? Приходит борода из маршрута, и вместо наших физиономий видит девушку. Чудо природы. И это чудо природы говорит ему нежным голосом. Здрасте, Миша. Нет, не поэт ты, Боря. Никак нет. Одобряю. Начальник! А не везет нам троим. Третий год в перспективных районах, и все закрываем. Нынче Князев до того был уверен, что буровую следом отправил, только место для нее подобрать осталось. А мы опять закрываем. У нас факты. Факты. Thank you.
погоди! Здравствуйте, дяденька! Вы случайно не Борода? Вам тут записка. Да. А может, вы не тот Борода? Не могу же я читать вам чужие записки. Вы тот или не тот Борода? Тот. Тот самый. Борода, поплыли в поселок за неведомым крокодилом в юбке. Крокодил это я? Нет. Что нет? В смысле, крокодила нет. Вы что, озябли?
а вы бы отвернулись. Это можно. Ага. При условии, чтобы к моему приходу был костер. Там за деревом топь, осторожнее. Ладно, и вы, пожалуйста, не тоните, мне костер нужен. Настя скрипят. Слышишь? Эй, на шхуне! Жрать хочется. Мотор запороли. Ладно, Леха. Мишка вернулся. Теперь пусть там хоть черт с рогами. Привет, Колумбы. Да не надо, бросьте. Ого, здорово вас потрепала стихия. Вы Борис. А вы, конечно, Леша. Это я. Вернулся с прогулки. Весла, знаете, воздух усиленно рекомендуют врачи. А? Борода, приглашай мореходов к столу. Поедим, что ли, парни, а? Интересно. Мадемуазель, у вас экспедиционная душа. Это высокий дар. Не заводись, Леха. Вот. Это единственный цветок на 300 квадратных миль. Спасибо. Ну что же вы, из чего будем пить? Из бочек, только из бочек. Из ложек. Винные подвалы скудны. Сегодня я ваша королева, одаряю вас милостями. Только возвращайте ложку. Конфету вот возьмите. Держи прямо. Это вам. Возьмите.
Ой, Леша, а я еду за туманом, знаешь? Когда сидеет голова, не нужно лишних слов. Про жизнь не надо, жизнь права, не надо. Про любовь считай, что это впереди. Удачи и обман, молчи, я буду врать один. Про звезды, про туман, ну что слова, слова, слова. К чему слова, слова, слова? Полярной ночью длинною, не от любви, а от иния, сидеет голова. Конечно, ветер виноват, прикрой глаза рукой. Дымлят от сырости дрова, рассвет недалеко. Пусть каждый вспомнит о своем от лета до весны. Согреты мы одним огнем, огни нам снятся сны. Ну что слова, к чему слова? Полярной ночью длинною, не от забот, от иния сидеет голова. Полярной ночью длинною, от иния сидеет голова. Раньше именами королев называли острова, берега. В Антарктиде, кажется, берег королевы Мэри. Остров королевы Мод. Хочешь, этот берег твоим именем назовем? Королевы старые были. Ну, принцессы. На курсе меня Люськой зовут. Отлично. Так и назовем. Берег принцессы Люськи. Спасибо. Ай, да что там. Ладно, спать. Рон, ну посидим еще немножко, а? Посидим, борода. Миша, у нас балагур. Вставать рано, и Мишка устал. Да нет, ничего. О, слышишь? Незаменимый человек, что ни слова золото. Брось, Лех. Я тоже хотела геологом стать. Как-то не получилось. А вы золото ищете? Ась? Стандартный вопрос. Почему-то все спрашивают про золото, а почему? Никто не знает. Ну вот. Спать. Спать, ребята. А это наш начальник Боря. Большой человек. Без пяти минут кандидат наук, даже доктор. Скоро орден получит, может быть. А? Вот. Так вы мне завтра поможете? Конечно. Палатка в твоем распоряжении. И вообще. Нет, мне для диплома надо травку собрать у реки. Сначала через 100 метров, потом еще через 100 и так далее. Ах, вот оно что. Дела у нас, Люся. Нужно срочно проверить одну штуку. Ну, попробуй сделать сама. Может, встанем пораньше, а? Помочь надо. А потом маршрут. Утром решим. А пока спать. Он добрый. Только сейчас злой. А так душа человека. Миша. Километров 40 отмахал сегодня по кочкам. Борода. А, борода? Идем, Ваньки. Ну, вставай. Ну, поднимайся.
97, 98, 99, 100. Борода! Давай! Ну быстрее, быстрее давай! Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 40. Хватит! Что хватит? Квадратов хватит. Готово. Ух ты, быстро-то как. И красиво. Профессия. А почему квадратов только 5? Так мы ж только 5 наметили. Но они все одинаковы. А для диплома лучше 15. Пририсуем? Пририсуем. Будем жить. А кто видит? Нехорошо, дочка, халтурить. Эй! Парни, нужно еще 10 квадратов. А нам все равно, мы волшебную косим трынь-траву. А нам... Все, спасибо. 10? Да что ты, я пошутила. Правда, правда. С этого участка достаточно. Ну что вы? Раз надо, значит, сделаем. Вперед, борода! Да, кстати, как поживает наш японский зонтик? Ну, пошли, ребята. Миша! Миш! Не отставай. Колышки не забудь. Колышки, колышки. Thank you.
Спасибо, труженики. Вот что, Люся, мы сейчас уйдем, а через 2 дня вернемся. Одевайтесь теплее, ночью уже. Холодно. Ну вот. Ваше высочество, берегите зонтик, ужасно милый зонтик. Благословляю вас, вот будет здорово, если вы что-нибудь найдете. А, ни черта там нет. Что? Пустота. Держи. Зачем же тогда идти? Службы требуют. Мы должны точно знать, нам нельзя пририсовывать. 3 таких здоровых и на пустое место. Начальнику орден нужен Мишка свихнутый, а я для этой, как ее, для романтики. Хорошо, что я в геологи не пошла. Зря не пошла. Представляешь, как в песне поется? А я еду, а я еду за туманом. Мальчики, хотите, я вас в рыцари произведу? Посвящаю. А куда же вы сейчас? Срочное дело. Понимаешь, 10 человек и 2 трактора тянут буровую. Поторопилось начальство. Мы должны сходить вверх по реке. Ой, мне же еще надо 1 разрез делать вверх по реке. Ну так пойдем с нами. Не могу. Гербарий разобрать надо. И вертолет обещал за мной прилететь. Какой вертолет? Тот самый. Вы свои, и я могу открыть вам этот секрет. Комплекс очарования и ледяной вежливости. На пилотов это здорово действует. Постой. Когда должен быть вертолет? Через 2 дня. Слушай, принцесса, да. Ты сама не представляешь, как это важно. Да вы не волнуйтесь. Если надо, он еще раз прилетит. Надо на базу к Князеву доставить материалы. Это доказательство, что буровая здесь не нужна, пусть принимает меры. Ну, я ему так расскажу, он тут же все меры предпримет. Вот только не знаю, что делать с тем разрезом. Ладно. Сделаем, все сделаем. Ты тут владей королевством и жди нас. Сделаем. Зонтик. Зря ты не идешь с нами. Не будет у тебя такого лета, и рыцарей таких не будет. Скорблю, начальник. Начальник! Ну, хорошо. Жди нас завтра к вечеру. Thank you.
небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственные сени с печальным шумом обнажало, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора. Встает заря во мгле холодной, на нивах шум работ умолк, своей волчицей холодной выходит на дорогу волк. Его почуя конь дорожный, начальный человек точно. Сейчас будет. Ясно до слез. Будем отправлять материал. Успеть бы. Эти вертолетчики иногда чуть свет летают. Успеть бы. Траву еще надо собрать. Диплом у человека. Соберем. Дело привычное. Хорошая девушка. А? Борода.
Нет никого. Как? Осмотри кустарник. Люся! Люсь! Люська! Мальчики, рыцари леса, вертолет прибыл немного раньше. Пришлось улететь. Если не трудно, пришли ты травку в Москву. Все-таки она нужна для диплома. Пока, Люська принцесса. Рыцари леса, вертолет прибыл немного раньше, пришлось улететь. Пришли ты травку в Москву, нужна для диплома. Мальчики, рыцари леса, вертолет прибыл немного раньше. Пришлось улететь. Если не трудно, пришли ты травку в Москву. Все-таки она нужна для диплома. Пока, Люська принцесса. Буровую просим вернуть. Точка. За материалами подтверждения вышлите вертолет. Точка. А ну-ка. Погоди, я сам. Давай. Вперед, борода. Лагерь переносим на базу номер 4. Всем привет. Точка. Зонтик. Зря ты, Леха. Дощечка тут ни при чем. Тоже мне рыцарь. И раз! Thank you.
Ну что слова? К чему слова? Полярной ночью длинною, не от забот, от иния сидеет голова. Полярной ночью длинною, от иния сидеет.